Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы убили бандитов и, говоря, в этой твердыне. Сейчас нам нужно вернуться за наградой, причем в какое-то место, где я еще не был. То есть куда-то вот сюда, Провентуса Виничи вручит нам награду. Как бы мне не хотелось пойти в обратную сторону, я думаю, успеется, мир просто огромный. Сейчас нам нужно... Кто там? Сейчас нам нужно перейти обратно по мосту и пойти обратно дорогой. Потому что по этой стороне что-то вообще какая-то дикая местность, там особо ходить негде. Кстати говоря, уровень надо поднять. Так, здоровье... Нет, здоровье уже порядочно. Надо выносливость прокачать таки. Так, а теперь стрельбу. Вот это мне точно нужно. А теперь я так понимаю, что нажав левый shift при прицеливании. Да. Круто. Так, а как мне интересно... Да, все понятно. Я думал, если я стрелу не выпущу, я не смогу убрать. Пока смогу. Таким образом, стрелу не пришлось тратить впустую. Круто, чё? Там стоит местный районный центр, White Run. Вообще, конечно, Skyrim — это такая глубокая-глубокая провинция. Здесь живут варвары, нордлинги. Основная, конечно, масса жителей империи живет в других регионах Тамриэля. Здесь край суровый, похожий на нашу новую землю в чем-то. Что тут? Какие-то в моей игре водоплавающие олени, да? Как не посмотришь на них, они постоянно плещутся в воде. Так, ну ладно, идем пока по чащобе. Не по чащобе, вернее, просто по дикой местности. Там мы дрались в одной из предыдущих серий с некромантом. Ибо нехрен, как говорится. Это там что такое? Блин, ты посмотри, да? Сколько всякого, куда можно пойти, всяких разных мест. Прям душа не нарадуется. Так, я, по-моему, не очень хорошо поступил. Подожди, серо-зимняя. Да вы гоните. Ну, давайте зайдем. Это же интересно. Ах, такому я всегда рад. Надеюсь, тут нас ждет как минимум интересная локация. Тихо. Тролль. Твою мать, он, по-моему, мне не по зубам. Бежим, бежим, бежим. Блин, ему две стрелы, он их принял как-то вообще абсолютно насрательски. Так, ладно, это где у нас на карте находится? Серо-зимняя застава. Так, можно было бы как-нибудь пометить, что, мол, типа сюда надо прийти потом и навалять троллем. Но пока что нам нужно пересечь как-то эту речку. Не хотелось бы прям по воде
Я предпочитаю ролевой отыгрыш роли, а я бы точно в стужённую воду не полез бы. Ну да ладно, придется маленько промочиться. Оба, старые знакомые. Иди нафиг, а. Ух ты, блин, ты посмотри. Это кочевник? Офигенно. Блин, всегда нравились крабы, они на роботов похожи. А роботы, как мы знаем, крутые. Да отвяжись от меня, болезный. Ладно. Прикольный. Не буду его убивать, он крутой. Крутой краб. Че, все еще идет за мной? Потихоньку ковыляет. Так, ладно, вот мы и подходим куда-то. Куда мы подходим вообще? Видимо, нам все-таки по-любому в этот White Run придется зайти. Так, а это что? Какой-то заброшенный вход, но туда я не попаду, к сожалению. Хотя лично я бы смог подтянуться, конечно. Так, ну чё, как мне попасть в вашу твердыню? Это что такое? Ты. Упс. Супер. Так, тут у нас золото, три отмычки и зелье магии. Все полезно, все хорошо. У нас олени пасутся северные. Вообще, кому мне тут квест сдать? Я уже запарился, все не могу найти это место. Давайте пока сюда сходим. Что это вообще такое? Кто там сидит? Сторожевая башня, понятно. Разбойниками я еще могу справиться, но теперь вон она. Че? Че происходит? Какие-то парни залетные, похоже. Прикольно. Будешь в Айтране дурить, я тебя лично в подземелье упрячу. Ага, теперь верю. Демонстрация была довольно-таки убедительной. Добрый день. Если нужны зелья, это тебе в котелок Аркадии. Спасибо. В чем дело? Я хочу помародерить. 6 золотых, отмычка. Не-не-не. Надеюсь, они не против того, что я буду мародерить. Вино, золото, отмычка. И стрелы. Пацаны, не на тех нарвались явно.
Так, ладно, пошли искать, где нам можно сдать квест. А видели, да, они же там, вот пока мы поднимались, что-то там люди разговаривали, они, похоже, на туре что-то не поделили. Это было прикольно. В свое время любил Fallout 3 за вот такой вот Тихо. Еще кто-то дерется. Кто кого? Хорошего, плохого? Что было? Ты как странно лежишь, бандит. Так, ну чё? Привет тебе, путник! Странствующий менестрель и великовозрастный пострел к твоим услугам. Какая у тебя магическая бронька. Кстати говоря, я же лук новый взял. Вот, блин, когда все-таки играешь с комментариями, очень сильно отвлекаешься на всякое. Так. Избранное. Этот убрать из избранного. И этот убрать из избранного. Привет, приятель! Тебе повезло встретить барда в пути. Так, ты что здесь делаешь? Я хочу узреть и запечатлеть эпическую битву за Скайрим. Там, где братья с болью в сердце скрещивают мечи, всегда есть тема для песни. Споешь? Для щедрого друга-путешественника? Ну, конечно. Что ты хочешь услышать? Я ни одной из них не слышал. Давай тогда песню о Давакине. Да благословит тебя Эсмир. Да, Давакине. Ну, пой. Герой он бесстрашный, он непобедим. Так слушайте, норды, о славе его. Лишь кинешь ты клич, и придет Давакин. Вера сильна, а честь прежде всего. Изгонит он зло, и врагов победит. Но сквозь адское пекло пройдет невредим. И доблесть его небеса озарит. Наш герой, наш защитник, о Давакин. Херово поешь, надо сказать. Я случайно нажал правый бампер, это, видимо, какая-то была магия. Что-то так громко громыхнуло. Но вообще, братюнь, тебе нужно сходить поучиться. В Ривервуде я видел барда, который пел просто зачетно. Ты же какой-то не такой. Ну, может, вам я смогу сдать этот квест или нет. Вы кто? Оп, я неудачно зашел. Подожди, это же варьё. Так, давайте-ка попробуем, может, с ним можно поговорить. Какое ты выбираешь время, чтобы заблудиться? Да, разговор не получился. Это все, что умеешь? Нет. Я много чего умею. Сейчас, братик. Лучше беги, только хватит! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Понял, бля, скотина. Так. Нет, только не так. Да что ж такое не так-то? Я тебе голову сниму! Понятно.
с ним хотели по-хорошему отпустить. Ну ладно, сейчас мы поживимся вашим нечестно нажитым кошелек с монетами. Так, светильник. Остальная секира. Давайте возьмем. Я надеюсь, мне дадут вашу лошадку взять. Потому что конь бы мне очень пригодился. Так, это сложный сундук, кстати говоря. Видите, как сразу ломается, да? Блин, может в ту сторону? Отлично. Так, 5 отмычек. Ну, отмычки свои, конечно, мы вернули. Ядовитый колокольчик. Опа. И что ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? Так, ты здесь нет. Сдается мне, что тут мне не рады. Опа. Охренеть. Так, ладно, мы на том же месте. Раунд 2. Ну, не на том же, тут там чуть-чуть подальше. Шматьё их. А тут, судя по всему, вся компашка в сборе. Как я на них наткнулся-то неудачно. Еще с моей меткостью. Да. Хотя целюсь я, в принципе, в этот раз уже неплохо, но с такого расстояния просто попасть не могу. Ну да ладно. Так, тут такое количество людей, что они вполне могли убить барда, который в прошлый раз пел нам песенку. Не очень удачно они зашли, согласитесь, да? Сначала мы перебили половину, потом пришла вторая часть и уже, собственно, наказала меня. Так, вон они. Блин, там столько народу, я не думаю, что хорошая идея идти к ним. Можно было бы их, конечно, выманивать на охрану, но зачем? Мы идем таки сдавать квест. Охренеть вас там, конечно, ребят. Главное, чему я научился в этой игре, это не лезть на рожон. Накажут моментально. Хотя они... Такое ощущение, что они сейчас сами нарвутся, придут куда-нибудь. Найдут, короче, приключений. Так, а пока они уходят, у нас там сколько народа осталось? Один, что ли? Он нас заметил? Это плохо. Так, ну раз он один, давайте-ка его. Хорошо. Так, и быстренько постараемся спереть лошадь. Если она все еще тут. Давайте сохранимся. Как там? F5.
клавиатура под рукой. Хорошо, что на клавиатуре есть. Тихо. Тихо. Так, минус 2. Надеюсь, эти не вернутся там. Так, стальная стрела. Дрова у меня снарубил. Железная стрела. Быстренько все хватаем. Золото. Ладно. Так. Забираем книжку. Так, украдем лошадь у конокрадов. Это же круто. Так, есть у нас своя лошадка теперь. А побыстрее она скакать не может? А вот, нормально. Надо над лузерами поглумиться там. Проскакать на их лошади мимо. Добрый день. Блин, ты бы скакал побыстрее, меня сейчас догонят пешком. Чё там, где охрана-то? Но вроде все хорошо. Так, тихо, не уходи, лошадка. Я просто разбираюсь в управлении. Не убегай. Я надеюсь, она теперь мне принадлежит. И когда я, допустим, войду в город, она не пропадет. Будем надеяться, что это так. Так, если я тут... Ой, ты куда пропадаешь? Фантастика. Это, видимо, чтобы не загораживал нам обзор на помещение. Но все равно выглядит, согласитесь, странно. Так, как я могу оставить тут лошадь? Вот в Red Dead Redemption, скажем, можно было привязать ее. И куда ты? Так, ладно, хрен с тобой. Нам долго еще идти? Нет, где здесь сдавать этот квест долбанный? О, еще порядочно. На другом конце этого города. А мы еще даже в город не попали. Тихо, это что там? Вы что переполошились? Опа, понятно. Понял, понял. Это было опасно. Ну чё, давайте, накажите их. Я не думаю, что при охране хорошая идея доставать. Ладно, сами разбирайтесь. Хорошая идея доставать оружие, тем более убивать кого-то. Поэтому пусть бодаются, сколько влезет. Так, ну и что, мы заходим в White Run. Нужен ключ. Да вы гоните.
Не могу сказать, что догнал. Скорее всего, тут должен стоять охранник, который меня пропустит, но сейчас они все заняты разборками с той гопотой. Я правильно понял? Да, он охранник возвращается. Сейчас мы зайдем, ребят, сейчас все будет. Хорошо. Ну давай, шевели булками. Стой! Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Ривервуд просит помощи у Ярла. Ривервуд тоже в опасности? Скорее проходи. Ярла найдешь в драконьем пределе. Это на вершине холма. Ладно. Хорошо. Посмотрим, какой он, райцентр местный. Секира какая, да? Обалдеть. Вайтран. Хочешь поговорить со старой женщиной, м? Сделать свое доброе дело на сегодня? Нет. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Мы... Моей но подругой Мавин. Ты же знаешь Мавин? Да не отвлекай меня. Так вот, свою гордость, мы знаем свое место в этом мире. Ха! Да я скорее склонюсь перед Ульфриком Буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь по-твоему, я возьму заказ, но не жди от меня чуда. Понятно. Так, пойдемте сдадим уже квест, нам видим сюда? Или нет? Блин, куда мне идти? О, далековато. Видимо, куда-то дальше. Сейчас наша главная задача — это сдать квест. Да замолчи ты уже, Лилит. Ты меня уже, честно говоря, задрала со своими сплетнями. За 10-20 секунд успел он доесть. Отдавай свои деньги. Я... У меня нет денег. Гони 5 септимов прямо сейчас, а то я тебе нос расквашу. А завтра 10 септимов, мелкий сын битвы, а то расквашу тебе нос и разобью губу. Нет, пожалуйста. У меня правда нет денег, Брейд. Я дам тебе завтра 10 септимов. Только не бей меня. Это опасный поцик. Нордический вариант, я так понимаю. Только это не поцик. Я знаю, что честь твоей семьи важна для тебя. Но мы просто не можем себе этого позволить. Я несколько недель искал логово этих воров. Я не могу отступиться. Но не могу и вернуть меч в одиночку. И ты готов Олфри, обречь жену и дочь на голодное великого клана сынов чтобы вернуть себе битвы. Да отвалить от меня все. Буквально наваливается на тебя возможность выполнить кучу сайд-квестов. Столько всего интересного, что прям глаза разбегаются. Так, ну чё нам сюда? Я надеюсь... Про Винтус Орви. Короче, сюда по-любому. Я так думаю. Подожди, это... Ты посмотри, какая архитектура хорошая, да? Это мы сейчас главный квест пойдем выполнять, а нам нужно... Нам с Ярлом, по идее, по главному квесту надо поговорить, но... Где тут про Вентуса Виничи? Где он? Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. И кто же это? Так это
меня Гердур послала. Мой долг, как Хускарла, защищать Ярла и его подданных от всех опасностей. Я внимательно слушаю, рассказывай. Да, мне было велено передать сообщение лично Ярлу. Все, что ты хочешь сказать Ярлу, можешь сказать мне. Я все начинаю думать, что... Мне интересно послушать, что он скажет. Не подходи слишком близко. Какая ты вредная. Я за тобой слежу, помни об этом. Так, вот это я понимаю, Ярл сидит, а рядом с ним тот, кому нужно сдать квест. Что значит Ривервуд в опасности? Дракон разрушил Хелга. Гердор считает, что на очереди Ривервуд. Гердор? Она же держит лесопилку, если не ошибаюсь. Хорошая женщина. Она врать просто так не будет. Так что, Хелген действительно разрушил дракон? Не распоясавшиеся братья Бури? Дракон сжег его дотла. Говорит, что имперцы пытались казнить меня, думаю, мне будет очень много. Во имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, имей этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара. Моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Да вообще-то ты мне не особо нужен. Что ж ты пристаешь-то ко мне? Мне нужно награду получить за бандитов. А ты меня тут нагружаешь своими заботами. Нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Отлично. Хорошо, куда идти и что добыть? Сразу к делу, да? Никаких зачем и почему. Мне это нравится. Пусть умники мучаются всякими вопросами, верно? Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Подожди, да, я же взял там камень в самом конце, да? А, драконий камень из храма Ветреного Пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Так, что насчет моей награды? Говори об этом с Ярлом. Или с его управителем Авиниччи. Наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит. Хорошо, но сейчас мне нужен Авиниччи. Иди сюда, Авиниччи. Нетрудно догадаться, что у Ярла много дел. Я за наградой. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Дракон? Поразительно. Где его видели?
Что он делал? В принципе, все, я думаю, на этом мы завершим эту серию. А дальше будем продвигаться в следующий. А с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. We'll be right back.